Thank you.
действительно должен как-то послужить, чтобы не занимать внимание, потому что перед нами еще большая программа. В эти слова будут состоять следующие. Первое. Если уж нам так необходимо праздновать единение сегодня, я очень рад, что это единение сегодня празднование в связи с именем всех пастырей. И второе. Я очень благодарен создателям выставки, прежде всего Алисе Куровой, за то, что эта выставка оказалась здесь, в стенах фонтанного дома. Мы считаем своей чрезвычайно важной миссией сохранять память о культуре 20 века и даже той ее части, которая только-только становится историей нашей России. Алиса Куровой. Здравствуйте, дорогие друзья. Во-первых, я от имени семьи Алексея Пластенко, вдовы и детей. У меня полномочия принести благодарность музею, который предоставил возможность этой выставки, потому что Алеша мечтал при жизни привести выставку в Питер, в свой родной, любимый и бесконечный город. И мы долго искали такой возможности, вот возможность нам предоставил музей. И мы очень признательны всем сотрудникам, которые нам музею, всем сотрудникам, которые нам здесь помогали. Ну, конечно, мы лично благодарим Ларису Жукову, которая взяла на себя практически полностью монтаж и экспозицию. Вы знаете, эта выставка практически вот все, что вы видите, год назад была в Москве. И я как спросил, а что вы писали по этому? И выяснилось, что некий автор написал, ну, собственно, что вы тут хотели увидеть. Это, ну, второразрядный художник, не более того, скорее, поэт. Раньше подобное заявление меня необычайно веселили. Я думал, что, так сказать, не бегать людское и хамство меня радовало. И мне по глупости казалось, что в этом есть все разнообразие жизни. Сейчас это веселит меня уже значительно меньше, но я обратил внимание, что разнообразия от этого никакого нет. Все эти люди, которые, так сказать, занимались какой-то пошлостью бесконечной, и в какие-то стороны они не расползались, они вдруг неожиданным образом оказались все вместе. На какой-то отвратительной пыльной дороге они чешут куда-то вперед, а дорога эта идет, ну, неизвестно куда, точнее сказать, в никуда. И вот я гляжу на тех, кто по этой дороге чешет, да, и вижу много знакомых, может быть, там я сам мелькну. Но совершеннейшая гарантия, что среди тех, кто идет по этой дороге, нет Алексея Ивановича Пластенко. И, может быть, если принять во внимание, что все эти люди, добившиеся известного успеха, первоклассные художники, то тогда, видимо, автор прав. Алеша – художник другого класса. Вот. И что бы мне еще хотелось сказать по этому поводу? То, что я вам говорю, никаких аргументов у меня нет. Единственная порука – это моя любовь к нему и какая-то вера. И сейчас мы думаем, что вот человек в прошлой жизни, ему остались какие-то работы. Хороши они, плохие, это решил каждый из нас, в меру своего понимания. Но что такое жизнь? Мне кажется, что я тут недавно листал одну любимую книгу. И там, когда Чичикова провожает эта девочка, показать дорогу, она получает грош нервный, а потом бежит. И уже тем довольна, что сидела на козу. Вот, видимо, это сидение на козу – это единственная благость, которую, так сказать, дает нам жизнь. И Алеша, наверное, получил тоже этот медный грош. Но только смею думать, что он получил ее не от Чичикова, а от кого-то большого, возможно, очень большого, возможно, великого, и чье имя даже в суе говорить не охота. И второе, я хотел бы поблагодарить тех, благодаря кому эта выставка, собственно, получилась. В первую очередь, тех, кто гостеприимно предоставил помещение. И, конечно, Алису Анатольевну Тилле, так сказать, без ее энтузиазма и намерений все бы не увидели. И ее верную подругу Ларису Аркадьевну Жукову. Вот, и поэтому смотрите и радуйтесь, это все-таки не каждый день увидится. Thank you.
кстати, я был на... Это третья выставка в Париже. Я был на двух в Париже. И вот, наконец, говоря словами самого Хвоста, надо же, дожили. Вот, вот это вот ощущение главное, когда вы на этой выставке присутствуете. Леша... Леша был такой обманщик. Он замечательный человек и такой обманщик. Он то притворялся так, что он наркотиками балуется, то притворялся, что он пьянствует. Но много ли вы видели наркоманов, которые слезли с иглы и без всяких медицинских помощи и без ничего? А Леша, для Леши это была ерунда. И точно так же поменять там напиток или что-нибудь. Я думаю, что он был такой великий мистификатор при всем своем гениальном таланте. И поэтому я бы хотел сказать такую... я очень рациональный человек, но вот такую вот мистическую вещь, что когда-то, когда Леша первый раз уезжал из страны, первый и последний, да, окончательно, мы с ним окончательно прощались. В прошлом году мы с ним опять окончательно прощались. Я думаю, что что-нибудь такое произойдет. Я хочу сказать, я увидела картинки Хвоста в 1962 летнем году. У него дома здесь, на Греческом проспекте. Тогда это были совсем другие картинки. Я помню, как Хвост взял папку со своими рисунками цветными мелками, цветными карандашами, и кто-то вспомнил о них, по полу квартиры он разложил свои работы. Я еще, там виды были, мне казалось, Далит, да? Я говорю, это Далит? А Хвост говорит, нет, все думают, что это Далит, а это Рива на самом деле. Тогда я первый раз увидел его картины. Еще второй эпизод, в те же годы, в 60-е, и Хвост там, и я бывали у переводчика, давно уже покойного, Ивана Алексеевича Лихачева. И там однажды Хвост в сильно пьяном виде, он подарил Ивану Алексеевичу Лихачеву картинку, которая изображала милиционера в таком, в примитивистской манере исполненного. И бедный Хвост совершенно произносил монолог, как говорил, что вот я считаю, что я останусь не стихами, не прозой, а вот этот человечек, он останется, он меня переживет. Потом прошло много времени, Хвост сюда приезжал, о нем писали как о поэте, писали как о певце. Особенность Хвоста та, что он не принадлежит какому-то одному своему поколению, а он именно друг юношества и всяких лет. Я не знаю ни одного другого человека, творца, который бы его и дети его друзей, и друзей-друзей, и внуки его друзей также воспринимали непосредственно, без временной дистанции. И вот я рада, что сейчас, наконец-то, благодаря вот усилиями Ларисы и Алисы, которая все это привезла буквально на своих плечах, можно сказать, мы познакомились все еще с одной всегда существовавшей, но остававшейся в тени для тех, кто, во всяком случае, жил в России, стороной творчества Хвоста, его скульптурными и живописными работами. По поводу стихотворений сказали, что все будет без изменений, так вот будет напечатано. Потом он всем поставил выпить, ариев там и так далее, и так далее. Они все выпили, потом Хвост уже уехал, а потом сказали, знаете, это как-то для журнала не подходит, если бы какие-то песенки. Вот. Вот не надо быть такими людьми, они грабы. Извините. Хвост великий человек. О Хвосте. Достаточно поздно я с ним встретился, это было начало Пушкинской 10, когда он прибыл к нам, к Коле Полизовскому, великому режиссеру, который, к сожалению, тоже уже не с нами, но зато с Хвостом. Вот, и давал там небольшой концерт в студии боя. А у нас были проблемы на Пушкинской, мы еще, так сказать, стояли не твердо. И зная, что Хвост прошел хорошую школу сходов в Париже,
Я обратился к нему за советом, говорил, как вот вообще в нормальном мире такие дома существуют. Ну, вот для меня было очень интересно, что очень живо откликнулся, мы с ним провели какое-то время обсуждения, а что же можно сделать в России. Вот, хотя я плохо знал, конечно, условия проживания нашей в России уже в то время, поскольку в основном миграция находилась. Ну, как так? В общем-то, нашли друг друга, подружились. Вот, и последняя, в общем, встреча, наверное, уже была за 2 недели до его ухода, опять же, на Пушкинской, когда мы проводили огромный фестиваль независимого искусства в Манеже. И я его пригласил, он сделал хороший концерт, он откликнулся, несмотря на очень свое железное здоровье, он дал прекрасный последний концерт на Пушкинской 10. И я хочу вас всех пригласить. Во-первых, 12 числа приезжает Тиль Мария Самарин с фото-выставкой «Метатеатр Хвостенко». 12 числа, 17 часов, в галерее 703 состоится открытие этой выставки. И она просуществует до 4 декабря. А 1 декабря будет годовщина, и мы делаем вечер памяти Хвоста в том самом зале, где он дал свой последний концерт. И будет презентация двух альбомов, двух CD. Последний концерт Хвоста и Володи Рикшана в Париже и последний концерт Хвоста в Петербурге. Поэтому я вас всех приглашаю, это будет... Идти с концертами по Европе, выступал в Америке. Его жена Евгения Абрамовна, левая эмиссерка, была увлечена революционными идеями. Советскую власть люто ненавидела. Несколько лет семья жила в Англии, но дед, наслушавшись коминтерновской пропаганды, решил вернуться в Россию. В то время приглашали специалистов из-за границы, так как своих на сталинских стройках не хватало. Однако вернуться в Петербург им не разрешили. Семью поселили в Свердловске, где он стал преподавать горное дело. У Василия Васильевича было 2 сына и дочь. Но прожить в России профессору суждено было лишь 2 года. В 1937 году, по стандартам для тех времен обвинения в связи с иностранной разведкой, он был расстрелян. При жизни Василий Васильевич постарался детям дать хорошее образование. Его сын Лев, то есть наш Алексей Львович, окончил... То есть его сын Лев, отец отца, простите меня, окончил университет, знал языки. В Свердловске он стал преподавать литературу. В Свердловске же и родился 14 ноября 1940 года Алексей Львович Хвостенко, которого мы все любим. Я много чего о нем можно рассказать, но мне хочется... Умер Хвостенко, горько это было, очень печально. Но ведь остались его песни. И давайте. Над небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и светлою стеной. В том городе есть сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. И он был человек невиданной душевной красоты. Спасибо за Thank you.
когда в 201 раз приезжал, это... Thank you.